Произошла какая-то авария, поезд остановился, вот мы все теперь здесь. А вы думаете, мы случайно оказались здесь, ну, в этом вагоне? Я думаю, нет. Это какая-то загадка, какой-то ребус. Может быть, мы даже будем умирать по одному. Вы первый. Хватит играться! Во что вы тут все играете? Даша, ну, рядом совсем, ты давай ползи, я за тобой потом. Это нормально? Это тут такое происходит, что я? Какой-то гоблин тут нажрёт. Просто мне чего-то такого хотелось, и тут оп. Я не понимаю. Что там случилось? Что ты его туда тащила? Что? Там же нет никого. Кто тебя тянет? Все умерли. Не знаю, можно ли было назвать их жизнь жизнью, но технически, то есть точнее даже биологически, они все мертвы.